Очередной прием граждан в общественной приемной Харцизского отделения движения «Донецкая республика» провела заместитель министра иностранных дел ДНР Ольга Парфиненко. В интервью нашей телекомпании замминистра подчеркнула важность каждой подписи жителей ДНР под обращением к Совету безопасности ООН. Под лежачий камень вода не течет. Мировая общественность должна понимать и знать, что желание народа – это остановить войну. Желание народа выражается в подписи, которые ставят под этой петицией. Поэтому, конечно, будет результат. Нас услышат. И каждая подпись, которая будет стоять под этой петицией, она будет иметь силу. Ольга Парфиненко регулярно проводит приемы граждан в различных городах республики. Обобщить вопросы, с которыми люди обращаются к заместителю министра иностранных дел, не так-то просто. Действительно, очень много примеров. И объединить их какие-то одни – это очень сложно. Начиная от разъяснения, что такое Минские соглашения, и заканчивая вопросами, касающимися получения паспорта. Хотя паспортами Министерство иностранных дел не занимается, но, несмотря на это, все равно обращаются. Поэтому вопросы всевозможны. Это и взаимоотношения с Российской Федерацией, как выехать, как вывести детей, как обустроить свой быт, если семья разделена на две части. Всевозможные вопросы, которые касаются именно передвижения людей между государствами.